Приветствую. Мир устроен так, что, к сожалению, значительное количество браков оканчивается разводами. А развод ведет к тому, что нужно делить имущество. И, конечно, вы можете сказать, стоп, но мы же знаем, что имущество, нажитое в браке, делится пополам. Но не все так просто. Во-первых, не все имущество делится, во-вторых, не всегда пополам. И сейчас мы разберемся с вами с таким вопросом. Какое имущество не подлежит разделению при разводе и при каких условиях имущество делится не пополам. Но для того, чтобы нам это сделать, нужно, конечно же, обратиться к тексту Семейного кодекса Украины. И вот сейчас на экране вы видите статью 57 Семейного кодекса Украины, где есть перечень имущества, который не подлежит разделу при разводе. И здесь мы видим первое. Майно, набуте нею ним до шлюбу. Ну, тут понятно, что до шлюбу все имущество принадлежит лично вам. А дальше смотрите, пункт второй. Майно, набуте нею ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Соответственно, если во время брака вам что-то подарили, а также вы приняли наследство, то это имущество не подлежит разделу. Дальше. Житло, набуте нею ним за час шлюбу внаслідок його приватизації. І точно так же, земельна ділянка, набута нею ним за час шлюбу, внаслідок приватизації. Там є дополнительні условия ще. Также смотрим ми і далі, какое же ще имущество не подлежит розділу. Часть вторая. Особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. Це імущество також не ділиться. Часть третя. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги. Здесь ми бачимо, що дане условие может быть немножечко с исключением, да, что в определенных случаях суд, но уже в судебном порядке, да, суд может признать, что это имущество следует разделить на два. Часть четвертая. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є кошти, одержані як відшкодування за втрату, пошкодження речі, яка їй йому належала, а також як відшкодування завданої їй йому моральної шкоди. Соответственно, если вы там в судебном порядке получили возмещение ущерба за то имущество, которое принадлежало именно вам, то эти деньги тоже не делятся с супругом при разводе. И часть пятая. Особистою приватною власністю дружини чоловіка є страхові суми, одержані нею, ним, за обов'язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них. Здесь ми бачимо условия, що ці гроші не діляться тільки в тому випадку, якщо страхові платежі були, вносились за счет тих денег, які являються частной собственностью одного из супругов. Идем далее. Суд може визнати особистою приватною власністю дружини чоловіка майно, набуте нею ним за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. Это то, что придется, конечно, доказывать, да, что вы уже это имущество приобрели в тот момент, когда, пребывая в браке, вы проживали отдельно друг от друга. Но это нужно доказать. Часть 7. Якщо у придбання майна вкладені, крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, і є його особистою приватною власністю. Тобто, якщо ми говоримо про те, що супруги, допустим, приобретают автомобиль и
складываются туда общими деньгами, а также теми деньгами, которые, допустим, до этого подарили одному из супругов, то, соответственно, имущество может делиться несколько иначе, да, не пополам. Ну и давайте посмотрим еще статью 58, которая говорит, что якщо річчо належить одному з подружжя, плодоносить, дає приплід або дохід дивіденти, він є власником цих плодів приплоду або доходу. Что здесь имеется в виду? Что, например, если у вас есть квартира, которая приобретена вами до брака, и вы во время брака сдаете эту квартиру в аренду, то доход, полученный от аренды такого имущества, он принадлежит вам. И в дальнейшем он не подлежит разделению во время развода. Итак, мы с вами разобрались с перечнем имущества, которое не подлежит разделению. А теперь мы сейчас поговорим о том, при каких условиях имущество может быть разделено не 50 на 50. Но перед этим я хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации в нем гораздо больше и появляется она более оперативно, чем на YouTube-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному ролику. Ну а теперь перейдем ко второму вопросу. И вот мы с вами видим статью 70 Семейного кодекса Украины, которая в первую очередь устанавливает то правило, о котором мы все хорошо знаем, что имущество, которое приобретено в браке, является общей собственностью супругов и в равных частях должно делиться при разводе. Если иное не определено супругами по договоренности, да, устной, либо же вследствие заключения брачного договора. А давайте посмотрим дальше. Вот есть часть вторая, которая исключение из правил устанавливает. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення. Зокрема, якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, ухилявся від участі в утриманні дитини, дітей, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї. От первый перечень условий, при которых имущество может быть поделено не 50 на 50. И есть еще другой набор условий. Вот часть 3 статьи 70 Семейного кодекса говорит: «За рішенням суду частка майна дружини чоловіка може бути збільшена, якщо з нею ним проживають діти, а також непрацездатний повнолітній син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування». Ну что ж, я надеюсь, что я вас убедил, что есть имущество, которое не делится между супругами 50 на 50, а при определенных условиях имущество в принципе не должно делиться 50 на 50. Надеюсь, это вам поможет защитить свои права при разводе с недобросовестным супругом. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.